Итак, всем привет, дорогие подписчики, а также гости канала. Ну, слушайте, я вообще, конечно, обалдеваю от этой игры. Да, я тут бегал там с, значит, брашкой из картошки. Блин, сделал брагу, но почему-то не убрался из дневника. Мой первый самогон. Почему-то он не хочет, я не знаю почему. Дальше, готовить легко. Я этих бульонов уже сделал, хер его знает сколько, не помогает. Вот. Дальше, да, раздобудь корову. Может, у кого-то есть корова, которая... Блин, и главное... Блин, я корову... Блин, корову уже купили, а получается... Не хочет. Вот я не знаю, почему она автоматически не сбрасывается выполненный квест. По большому счету, может, это уже должно быть сброситься, да, и мы, так сказать, должны что-то другое делать. Но сейчас зима, слушайте, я не помню, на чем я остановился тогда. Да, пофиксил, разработчик пофиксил... Много чего-то тут сделал, плюс еще растения не так быстро гниют, ну, имеется в виду, урожай гибнет. Да, я брашки, кстати говоря, очень много делаю, плюс еще ведро у меня тут одно. Да, вот видите, 5 бульонов я сделал, и до сих пор квест висит. Я не знаю, там, понимаете, тут какая-то вот непонятность. Он пишет, что я недавно дала тебе овощи, но мясо ты должен сам раздобыть. А раздобыть для бульона. Вообще для бульона это... курица. А курицу мы свою не можем забить. Ну, у нас же есть курица, правильно? Мы ее забить не можем. Купить я ее покупал. Там две курицы нужно было. И все как бы. Вот. Да. Ну, морковку, лук, вот она нам дала. Я уже все это потратил, естественно, соответственно. Но она так и не хочет почему-то выполняться. Не знаю, баг это, либо я неправильно сделал что-то. Непонятно. Так, и кухня прямой. Так, а ну-ка. На месте холодное блюдо можно нарезать ветчину, ну это понятно, но также есть 4 конфорки, на них можно варить, тошить и жарить. Я предлагаю тебе надо разжечь огонь, сначала принеси дрова, так, это. Угу. Теперь можешь начать готовить на любом свободном конфорке, кнопки управляют мощностью огня, что влияет на время приготовления пищи. У некоторых блюд есть свои индивидуальные настройки. Если ты их найдешь, то можешь... Ага. Просто следи за временем приготовления. Угу. Не забудь подготовить, как блюдо подготовить, можешь снять его с головы. Ах, вот оно что. Наверное, поэтому она мне и... Да, не выполнит. Я единственное, что смотреть. Вот видите, приготовление огня, но я так понимаю, это температурный режим. То есть, если мы вот так вот закрываем, то температура, ну, они медленнее, да, готовятся. Это быстрее. 2 часа. 2 часа. Слушайте, 2 часа, наверное, долго ждать. Сейчас мы это, даже 3 часа, да. Мы сейчас 3 часика быстренько поспим. Вот. Потом еще, кстати говоря, поспим. Да, Казимиру надо спать. Да, снимаем. Хотя можно было сразу, да? А, ну слушайте, 13... А, во, кстати говоря, видите, комфортка-то снята у меня и... Бульон, слушайте, а может быть действительно здесь какой-то... Да, скорее всего, может быть рецепт или тайный рецепт какой-то бульона надо собрать. Непонятно. Ладно, сколько там время? 2, да? Так, ну что, давайте быстренько до 7. Да, и потом мы с вами пойдем за курицей. Да, за курицей. Ох, нихера себе, как светло.
Я на самом деле выгреб седалу. Ладно. Я вообще, конечно, дрова зря так расходую. Но с другой стороны, прикольно. Я всегда присылаю, ну, тепло в доме всегда. Жара. Благо, можно, если что, нарубить, да? Так, а для того, чтобы нам курицу бульон, это мясо птицы 2 штуки, морковки 2 и лука 2. Окей, я надеюсь, что он не забудет, пока будет бежать непосредственно к рынку, он не забудет, что же надо взять. Да. Так. Я еще тележку, да, я купил всякие компоненты для трактора, осталось там не так и много. А, вы же кушать, вы жрать, наверное, хотите, да? Ну да. Так. Ну, у вас же здесь есть. Вы есть. А чё вы не жрете? Жрите, собаки. У меня одна птица осталась, да? Ты шурела, блин. Сосок. Сголодавшийся. Ладно, сейчас принесу. Я для буренок, кстати говоря, приготовил, точнее, был, в общем, такая щетка. Я купил специальную щетку. Да. Я их, так сказать, вот хою или лелею. Вилы купил, видите, разбросал. Ну, правда, она почему-то не превращается в солому. Ну ладно. Странно, на самом деле. Это как лошадь, что ли? Да, перенес сюда аппарат этот. Блять, пустые бутылки нужны. Окей. Так, брашку. Единственное, что если туда две брашки захерачить, он нифига. Ой, сейчас. Он не 9 штук, а он по 3 делает. Вот. Поэтому приходится вот такой фигней страдать, как по одной брашке закидывать. Так вот пусть готовит. Так, золу я сюда выкидываем. Да, у меня эти мешок с золой здесь стоит, не знаю, правда. Такое ощущение, что кто-то здесь же ходит, да, но мы его не видим. А, во! А чё ты это? А, мы его ведем, блин. А я думаю, чё он? Пошли. А, подождите, а чё мы его шурим? Не-не-не, иди сюда. Иди сюда, пошли. А я думаю, кто тут, блин, ходит? Вот это я, скорее всего, кто-то здесь погиб, наверное, да? А, родители. Точно, родители. Пошли, шурерла. Так, давайте. Иди сюда. Иди сюда. Все. Заходим. Так, у нас сейчас... Март. О, кстати говоря, март. Март. А картошки у нас, блин. Я думаю, можно посадить, может быть, посадить. О, так у нас две коровы теперь. Веди. Во, подой, да? Отли. Ой, подожди, стоп. Так, перестать и. О. А я думаю, что они молока не дают? Да слышь, подожди, ну чё ты, ну блин. Ну стой. Буренка, подожди. Сейчас мы тебя надоим.
Быстренько так раз, 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 раз. Все, окей. Так, есть у нас, да? Или... Ой, все, иди отсюда. Да, эти у нас кушают. Так, здесь у нас кушать есть. Слушайте, либо я, может быть, из-за того, что да, вырос этот теленок, поэтому, скорее всего, вот такая вот хорошая такое. Возьмем, значит, картошечку. Единственное, что я не понял, а почему? Молоко. Так, секунду. Так, я надеюсь, слушайте, оно пустое, да? Оно в любом случае нам оно пригодится для. А, поесть? Ну, естественно, не, пожрешь. Пожрешь, пожрешь. Сейчас мы наполним. Вот. И вкрутую яичко. И яйца, кстати говоря, обалденные вообще, блин, так охеренно прибавляют этого да, жратву. Да, нужно много-много, кстати, я и так много, конечно, сделал этого. Да ладно, скосить еще надо. Да вы что, издеваетесь? Ну ладно, ну давайте скосим. Так я же косил. А, я косил это давно, что ли? Так, ты, порося, блин, не подходи под эту, под косу, а то я тебе сейчас... Вообще, конечно, нужно много делать... Ну, не то чтобы много, но я сделал, по-моему, я не помню уже, сколько... Да ладно, Казимир, блин, ты делай, ты работай, твое дело к этому... Длину спахивать. Давай, давай, давай. Блин, конечно, лучше трактором, либо лошадку, да? Ага. Да, и у нас 50% она. Чтобы ее повысить, да, можно сюда залу. А залу, либо... Либо. Сейчас. Сейчас я вот тут вот еще подровняем немножечко. Вот так вот. Так, берем, значит, картофан. Но вместо пока не картофан, вот так вот. А, это я попил. Ну ладно. Так, пока выкинем сюда. Вот тут высыши. А, вспаханная, да. Почва 50. Насколько я помню, у нас есть удобрение. Блин, ладно, придется оббежать немножко. Наполним компостом. Вот так вот, да. И бежим непосредственно туда. Я еще золу туда скидывал как-то. Кидал золу, довольно-таки неплохо, слушайте, поднимает. Оп. Ага, все равно не хочешь туда. Ну, блин, какая. Это ж сколько тебе нужно? Или целую тачанку, что ли, надо будет? Так, надо закрыть, а то сюда эти... Ох, повадились ходить. Да я понял уже, блин. Понял я уже. Так, давайте-ка мы это все сейчас... Берем у нас... Я это на зиму сюда закинул. Думал, оно здесь как-то, не знаю, высушится, но нет, высушилось. Все-таки... Да, наверное, все-таки там нужно будет ее... Во, выпуск сделал, отлично. Да, я пытался золу, которую вот из мешка как-то ее куда-то деть, не хочет. Слушай, я не знаю, как ее туда. Вот.
А что тебе собака надо? Или еще воды, что ли? Странно. Ладно, давайте, значит, так. Картошки, кстати говоря, много получается. Я вот засадил, по-моему, двадцатку и сотню вроде бы снял. В общем, с каждого получается по 5, по-моему, даже. Ну да, по 5 этих. Блин, отойди, зверюга, блин. Так. Ну, все, у нас закончилось. Ну и ладно. Короче, свинтус, блин. Так, да, мы сейчас сено с вами. Блин, так, сено. Ну, давайте здесь где-нибудь ее выкинем. У меня, да, и выкинем с вами вилы, грабли, все, что нам не нужно. Так, это сюда. Это сюда. Где вилы? Вилы, сейчас. Это у нас патроны ружья. Да, я же нашел здесь ящик. Да. Оказывается, тут есть ящик. Вот. Так у нас куплены все эти. И патроны даже для ружья есть. Лёнка. Вот куда я, да? Вот куда я все это. Ладно. Не знаю, слушайте, ну вообще как бы когда так делалось, не знаю, как в этой игре солому добывают, может быть как-то иначе. Так, ладно, хорошо. Кстати говоря, о, нифига себе, я ее убил. Вот как надо. Слушайте, курочка рябу. Да. Блин, это то ли. Во как. А затем каким-то делает яйца для меня. Блин, а куда мне ее? Окей, ладно. Пока с собой поносим, не знаю, либо она как-то. Да, может быть, потом пропадет. Вот, оказывается, как я должен был добыть. Так, это сюда и тяпку, тяпка. И тяпку сюда. Вот эта щеточка, я ее как раз мою. Так, соломку. Давайте пятерочку. И овес. Десяточку. Корова, ёптать. Отстала-то собака. Так, ну что, добавляем здесь корма. Так, и добавляем. Добавляем им корма. Ага, тут уже типа есть. А яйца-то где, ёптать? Знобит? А чё тебе знобит? Март месяц, блин, знобит его. Так, хорошо.
Так, это у нас здесь. Здесь, наверное, вот так вот. О! Отлично. И что мы сделали? Не знаю, что мы сделали и... А, 4. О, пускай 4, я понял. То есть так добываем 5, а так 4. Хорошо. Дальше. Да, нам нужны... Все-таки я не успел. Не успел я сегодня на рынок. Хотя не, успеем. Успеем. Быстренько сейчас на рынок нужно мотануться. Помните, да? Это 2 лука. 2 лука, 2 морковки. А, и пустых бутылок надо очень много. Так, поторгуем, значит, 2 лука и 2 морковки. Хотя нет, давайте еще 2. Ну, мало ли что, да? Мало ли что. Яблочки, яблочки. Яблочки у нас любит, кстати говоря, Хрюша. Мы его возьмем. Возьмем. Ну, что ж ты ему, да, не дать-то пожать. Да, можно будет молочко, наверное, скорее всего, продать. Сейчас надо отбежать этого Гришу, а то он ах ты ж, Зинка, мать твою, за ногу, а, Зинуля. Ну как же ты так, прям перед носом, ну, обиделась баба, обиделась. На что не знаю, но на что-то она, блядь, обиделась, сука, Зина. Ох. Зинуля, Зинуля, Зинуля. Да, это у нас будет. Окей. Так, ведем сюда. Значит, у нас так, стоп, а что ты не хочешь? О. Блин, гребаная Зина. В итоге она обломала. Мы не успели взять. Да, попьем из колодца. Все равно здесь стоим. Не успели пустые бутылки взять. Блин. Ну ладно. Так, сюда. Так, отлично. Это мы сделаем. Пусть копится, да? Пусть копится. Так, а она уже будет копиться, я надеюсь. А, браги нету. Брашка, брашка, промокашка. Еще надо дров как наколотить. Воды, дров, бутылка. А, что-то ему не нравится, слушайте. Апатия, ну, естественно. Он уже, блин. Писал, да, говорил, что у него тяжело. Ой, блин, тяжело тебе. Казимир Казимирович, что же вы так? Надя, вам. Да, пусть Хрюша поест. Можно, конечно, вилами, да. Скорее всего, я тогда не мог курицу, точнее, надо было топором ее долбануть. Ладно. А, все, по-моему, да? Или не все? Ладно, пока все. Так, ну что, давайте освободим. Ага, вот это первое, да? Давайте вот это освободим. По-моему, ага, вот так вот эти закроем. Конфорочка, бульон разжечь. Так, отлично. Ну блин, это опять же карту эту покупать корову, блин. А я уже ее покупал. Ее что им? Сколько ж можно там? Молоко берем. А,
Ну да, у него сейчас апатия. Ну, выпьем пивка. Нет? Приятного тепла. Шарик, ты меня хотя бы порадуй. Ну да, тебя шарик сейчас порадует, блин. Сожрет кучу яблок, блин, а они не дешевые. Надо будет как-то собирать, наверное, уже. Да, уже, блин. Поздно. Так, превосходный бульон. Раздобудь корову. А корова, если я, насколько помню, она 1000 стоит. Блин, это что ж теперь? Надо все по новой. Ладно, сейчас немножко перенесемся вперед. Да, я тут, короче, прибежал, блин, продал масло 5 штук. Невыгодно. Одно молоко стоит 40, а 5 масла стоит, что-то там 25. Да, ну, в общем, лучше, наверное. Хотя нет, если... А, ну правильно, с одного молока, по-моему, 10 масла. Нет, 5 масла получается. В общем, надо, по-моему, молоко продавать. Так, купил, да, немножко этого. Так, яйцо. Да, продаем. Надо продавать. Не надо тебе, мне жаль. Жаль. Так, кому продать? Блин, кому бы продать? Это солярка, да? Да. Так, кому бы продать нам вот эту херовинку? Бульон вряд ли, да? Никому не нужен бульон. Окей, курицу продаем. Страховка. Эх, ну не то, что я бы рассчитывал, конечно, на это. Да. Ладно. А, 2,5? Ни хрена, слушайте, а что у нас 1000? А 1000 это у нас... Да, это... Давайте курочку купим. Что делать? Что делается? Хочется пить? Ну давай попьем. Так, есть, да, есть у меня идейка, как сейчас заработать непосредственно деньжат, но здесь есть хлам. Но, ну я его уже практически там часть собрал. Но видите, я всего таскаю, много всего. Вот, и, блин, так, забираем. Вот видите, уже перевес. Ну, давайте понесем. Как-то вот нести, я думаю, что ему легче, да, нести, чем в себя в карман. Да, и Казимир скоро научится плавать, прикиньте. Да, блин. Пошли. Да, так. Где ты? Сюда продаем. 75. Да, можно, кстати, на хламе неплохо заработать. Так, возвращаемся в дом. Сейчас курочек всех выпустим. Плюс нам нужно будет. Так, а здесь мне не хватает. Да, у трактора, кстати говоря, руль 400 стоит, блин, чуть-чуть не хватило, да? И колесо 400. Слушайте, а давайте, может быть, я, по-моему, его весь собрал. Слушайте, что я бегаю-то? А, французский ключ. Ну вот я не помню, он у этого или не у этого. Так, тебе трешечку еще. Ты пока у нас. Ай, ладно. Слушай. Да, свинка, ты пока у нас погульбанишь. Так, ну что, давайте. Так. Отпустить. Блин, а можно как-то это все скопом?
Умираем, черт, как много. Так, выпустить. Все, пусть они бегают. Мы, если что. Еще, да, еще. У нас просто будет яиц больше. Вот. Я так понимаю, что лотки как бы останутся столько же, да, но не 4 будет, а там по 5, по 10 мы будем уже собирать яиц. Так. Что я хотел? Топорик надо выложить. Да, давайте сейчас это все выложим, все, что не нужно, и пойдемте. Значит, еще самогончик, кстати говоря, набрать надо будет. 5 килограмм рыба, ешь твою. Давайте съедаем. Блин, у меня и бульон еще здесь, а? Бульон, ломтики хлеба. Это вообще можно все выложить. Яйцо. Так, это у нас сюда, это у нас сюда. Во, уже 32. Отлично. Так. Главное не упустить момент, когда созреет картошка. Да, потому что я его постоянно 22. Постоянно пропускаю, и он у меня постоянно, да, погибает. И, ну, не постоянно, но много раз погибало. Я такой, а что, как? Да, 6 бутылочек мы заправили. Так, бражечка у нас вот здесь вот. Подожди, что я не взял? Я не взял, понятно. Бражечка. Добавим. Так вот. Бежим сюда. Сейчас продаем. Еще, правда, надо бы... Все, хочется пить. Ну, давай последнюю бутылку выпьем, чтобы она не мешалась. Вот. И нужно успеть... Так, торгуем. Не дашь ты нам бутылок. Бутылки с водой. Патроны. Ладно, на тебе вот это. 400, да? Еще вот, да, самогон тебе. Во, отлично. Дальше. И соберем немножко хлама. Ну, хлам я, наверное, все-таки за кадром его соберу. Так, не успел я в прошлый раз, в общем, тут насобирать. Но я тут решил с самого утра рвануть, значит, сюда. Да, закупиться нужно. Блин, а чё ж такая херовая? Я вот не знаю, вот что это значит, вот этот диапазон обзора. На что он вообще влияет? Непонятно. Очень непонятно. Так, значит, здесь закупаем бутылки у нас, потому что нужно много. А она в 6 штук только дает, и все. Вот. Хоть ты тресни, блядь, я яйца забыл, да? Ну ладно. И нужно будет сейчас, сколько у нас там? 24 килограмма. Мы собирать мусор еще, поскольку нужно нам колесо купить, нам нужно руль купить. И нужно будет, не помню, что-то еще. Так. О, мясо, серьезно? Хорошее мясо валяется. Не, нормально. Слушайте, что-то тут мясо разбросано. Я, дайте еще мясо. Открыл бункер. Вот здесь бункер, окей. Бункер. Mm.
Типа ничего нету, что ли? Да лом у меня есть. Давай, сейчас мы этого ломим. Главное, чтобы что-то хорошее было. Да, а нам за это ничего не было. О-о-о. Граната, пиво, водки. Окей, берем. 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 Кстати, шкуру кабана можно сейчас куда-нибудь сбагрить. Так, это мы, наверное, вот так вот. Это шкура кабана? Да, можно, кстати, его... квест, кстати, да, там есть квестик, и можно его, в принципе, закрыть. Ну как, не квест, а задание. По-моему, кто-то шкуру кабана просил. А с другой стороны, мы можем подарить... Слушайте, а пойдемте Зинке, может быть, подарим, а? Почему бы и нет? Я бы Зинке подарил. Да. Зинуля. Ух, нихера себе, сколько мяса. Слушайте, так мы сейчас на этом деле разбогатеем прям. Ох, ёптать. Фу. А, вот откуда мясо потом, поэтому, да? А, вот она. Опа. Так, совмести все болты с зеленым краем. Мина взорвется, если ты не успеешь вовремя. А, нет. Может, я встречу родителей? Где дожил свой век? 33, выжил 35 месяцев. Слушайте, блин, ну да. В общем, да, с минами, в общем, поаккуратнее. Да. Я не помню. Слушайте, я не помню, где мы сохранились. Где у нас последняя. Я надеюсь, не очень далеко. Хотя, может быть, и очень далеко. Ах, да, я потому что... А, слушайте, это... Не, ну автосохранка уже работает, правильно же ведь? Только не говори, игра, что ты мне сейчас... Да ладно, серьезно? Ёшкин матрёшкин. А он еще, прикиньте. Ну да, он, в общем, меня кинул еще в ту сохранку, которую я делал. Зима. И... Сейчас же у нас 4 сентября же ведь, правильно? Ну да. То есть я не сохранился, получается, что ли? Подождите, а я же сплю, поспал, как бы должен сохраниться и... Да не... Ну блин, ну братцы кролики, как так? Ну что? Ну блин... То есть вот так вот, да? То есть меня, получается, игра поимела, так сказать... Ну вот это смысл нет загружать. То есть у меня получается вот этот самый последний жопа. Ладненько, в общем, да, пишите в комменты. А, значит, ну а на сегодня все, пока-пока. Был я, Мэтт, отыграй. Лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Ну а мы продолжим фермер симулятор. Я непосредственно за кадром заново все это опять же перепройду, снова все это сделаю. И мы пойдем уже, так сказать, всяких коровок, лошадок и так далее. Покупать его и делать квесты, так сказать, выполнять.
Ну и минное поле я постараюсь вот так вот как-то обходить это дело, и либо сохраняться перед тем, как на него зайти. Ну, а напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры, ну и непосредственно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, не забывайте, если вы первый раз пришли, и не переключайтесь, мы с вами скоро увидимся. Пока-пока.